22 августа 2021 года стало известно о выплате всем пенсионерам 10 тысяч рублей. Военнослужащие также получат выплаты в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил президент РФ Путин. Во время встречи с представителями партии «Единая Россия» срок выплаты определен не случайным образом. Накануне выборов в Государственную Думу, которые пройдут 17-19 сентября 2021 года, необходимо в срочном порядке поднять рейтинг правящей партии. Насколько законна такая рекламная кампания за счет федерального бюджета, решать не мне. Выплаты будут производиться в целях компенсации воздействия инфляции в совокупности с недостаточностью надбавок в размере 1000 рублей, которые получили пенсионеры в этом году. В настоящее время в РФ более 1 миллиона военнослужащих и 45 миллионов пенсионеров. Это существенная армия избирателей. Учитывая, что многие пенсионеры предпочитают «Единой России», ЛДПР, КПРФ, а теперь еще и партию пенсионеров России, можно смело сказать, что это максимально продуманный предвыборный ход. Не стоит забывать, что выплаты в августе также получили семьи со школьниками, а родители, чем детям от 3 до 7 лет, в малоимущих семьях, получают еще и месячные пособия. Я считаю, что любые денежные средства, выделяемые государством в поддержку наименее защищенных слоев населения, это очень хорошо. Однако, произведение выплат в преддверии выборов – это нечестная игра. Безусловно, многие будут принимать решения, учитывая получение пособий. А именно тот факт, что Путин РФ объявил об этом на собрании собственной партии, станет отличной рекламой. Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Нужно будет Единой России и правительству это проработать. Предположительно, выплаты планируют произвести в первой половине сентября этого года. Данная информация предоставлена источникам, знакомым с ситуацией. Уже в понедельник 23 августа начнут работу над документальным сопровождением указаний президента.